Дальше. У нас конкурс. Мы сейчас проведем два конкурса. Будем трясти попками. Так, следующий конкурс. Внимание, активные подвижные пареньки. Парни. Парни! Ау! Крис, вынесешь мне атрибут, окей. Я сейчас буду... Нужно 10 парней. Вижу. Мужики, вы что, не мужики или что? Парни, давайте. Что у вас? Один парень есть. Два парня есть. Нам нужно 10. Нет, не рассказывай. Нам нужно 10. Так что? Парень от девушки никак оторваться не может. Давай же. А где Толик и это? Толик и его банда, они тут... Вот, 3, 4 даже. Вот сюда. Давайте же! Да ничего нет страшного в этом конкурсе, принц! На самом деле, очень милый, мужественный конкурс. Вы что, блин? Нужна мужская сила, ребят! Давай. Я не могу играть, я буду наблюдать за этим всем. Вот парень с длинным хвостом тоже подойдет. Парень с хвостом! Я на тебя смотрю, давай! Иди сюда. Ты что, включил функцию морозильника или что? Ну давайте хоть 8, ребят. Вот парень с руками, давай сюда иди. Кто-нибудь дайте ему по ноге. Вот она. Ладно, 8 сойдет. 8, да. Так, надо разбиться на две команды. На две команды. Мерить, узнаем. Четыре человека поднимаются на сцену, а все остальные становятся спиной к зрителям и делать им приятно. Я шучу. Так, вторая команда так же само остается спереди, просто чтобы вас чуть-чуть разделили. Ребята, зря вы подписались. Мне просто их жалко. Смотрите, рассказываю условия конкурса. Нужно. Я вам даю по листочку каждой команде. Даю с этой стороны каждой команде по листочку. Одна команда. Вторая. Подожди, сейчас я вначале расскажу, потом так. И этот листочек должен пройти вначале в одну сторону. А потом в другую. Вернуться. И третий раз уйти на ту сторону. Тот, кто первый из команд это сделает, тот победил. Но листочек нужно передавать губами. Передаем листочек не вот так вот. Передаем его вот так вот. Та команда, которая халявит, приседает 10 раз. Девочкам этот конкурс понравится. Карин, перейди на ту сторону, будешь принимать листочки. Раз, два, три. Ну что, вы готовы, ребят? Нет! Подари ножку, я пройду. Я просто стану, чтобы микрофон не фонил. Это не ко мне. Так. Ич, ни, стан, поехали! Эта команда победила. Я поздравляю эту команду. Пацаны, ну зато поцеловались на юбке. Приятно, наверное, было. Они победили, потому что они были наверху.
Так, сейчас я посмотрю дальше. Пока, так, мальчики, все, вы отдыхаете. Пока я, Карина рассказывает следующий конкурс, я пойду пацанам принесу подарочки. Для следующего конкурса... Или почти пацанам после этого.